Кандидат в президенты США от республиканской партии миллиардер Дональд Трамп назвал сарказмом свои слова о том, что действующий президент Барак Обама является основателем группировки ИГИЛ. В своем микроблоге Twitter он написал, что СМИ не понимают его. Ранее в интервью телеканала CNBC Трамп заявил, что Обама был, безусловно, основателем ИГИЛ. Речь шла об уменьшении численности контингента США в Ираке. На встрече со сторонниками в штате Пенсильвания Трамп сказал: «Я имел в виду, что он позволил этому произойти. Сначала у ИГИЛ было 8 стран, а теперь 28. Они расширяются, поэтому я сказал, что он основатель ИГИЛ. Это сарказм». Ну, честно говоря, не такой уж и сарказм. Но все начали твердить, что я не должен был этого говорить. Между тем, кандидат в президенты США от Демократической партии, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и сенатор от штата Вирджиния Тимоти Кейн, предложенные ею на пост вице-президента, опубликовали данные о выплаченных налогах за 2015 год. Дональд Трамп до сих пор отказывается раскрыть данные о своих налоговых отчислениях, ссылаясь в частности на то, что это создаст для него деловые трудности.